Добрый день, дорогие товарищи, господа и обыкновенные жители России. Прослушайте экстренное сообщение ТАСС. Совсем недавно произошло знаменательнейшее культурное событие, знаковое событие для всей страны. В Центральном доме художника в Москве прошла выставка Васи Ложкина «Живы будем, не помрем». Ну а теперь уже нормальным голосом. Художник, которого на самом деле зовут Алексей Куделин, представил свои работы за 2017 год. «За граница Родина», «Море зовет», «Во имя любви» и многие другие. Как всегда, на картинах появляются смешные рыжие коты, недобрые люди, бодрые бабки, суровые медведи и другие обитатели вымышленного города Кобылозадовска. Вася Ложкин утверждает, что цель его творчества, чтобы человек увидел и сделал такое вот чтобы ему по мозгам ударило, и он плакать от смеха начал. Автор говорит, что лучшее место для его картин – офис. Жаль, не все компании это поняли. Придет человек на собеседование, а в переговорной на стене рубилово и надпись «Вот и сказочки. Конец». И человек сразу напрягается, а потом расслабляется. Значит, у компании чувство юмора есть. Мои картины на подсознание воздействуют. Покупатели мне когда звонят? Весной и осенью. Всех своих персонажей художник рисует с себя. Надо какую-то рожу нарисовать. Я ее корчу и срисовываю. В зеркало уже не смотрюсь, они же все у меня одинаковые. Из картины в картину перепрыгивают. А рисовать-то я и не умею. Мое искусство – это не примитивизм в широком понимании. Оно живет и дышит. Мне не интересны взаимоотношения цвета и формы или что-то в этом духе. Мне интересно только выражение основных человеческих эмоций, трагедии, радости, экстаза, отчаяния и так далее. И тот факт, что многие люди вдруг теряют себя, раздражаются, рыдают или хохочут, как ненормальные перед моими картинами, означает, что я могу общаться с этими основными человеческими эмоциями, говорит автор выставки. Не забывайте подписаться на мой канал. Тут самое лучшее. Все, смотрим, смотрим, смотрим.